Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду специфической информации, приведенной в тексте, я не буду ее зачитывать, эту информацию, скажу просто, что автор вопроса испытывает сильное чувство вины перед другим человеком за некоторые свои поступки в прошлом. Вот, смотрите, вы себя обвиняете. И очень сильно обесценивается, да, называя себя там тупым дурачком, недоразвитым и прочее. Вот. Можно как угодно относиться к тому, как вы себя вели, вот, но вы себя вели так, как вы себя вели, значит, у вас были какие-то мотивы так себя вести. Это было бы неплохо вспомнить, потому что они, скорее всего, в целом никуда не делятся. Изменилась форма того, как вы это выражаете, того, как вы это реализуете, но вот само по себе это, вот, скорее всего, никуда не делось. Это надо бы вспомнить для целостности. Для обретения целостности вашей личности, да, то есть, что для меня было важно тогда, вот, соответственно, да, что мной руководило, да, чего мне хотелось и так далее. Очень важным моментом является то, когда вы об этом вспомнили, то есть, вот, то, что вы об этом вспомнили, там, спустя какое-то время, да, я так понимаю, ну, несколько лет, может быть, даже больше, чем несколько лет, вы вот вспомнили с обвинением, с таким с обидой и так далее, это очень похоже на то, что какая-то ситуация вызвала у вас, ну, вот, собственно, злость, собственно, желание обвинить кого-то. Но вы, значит, запретили себе это, а вместо этого нашли вот такой... громоотвод в виде вот ну самобичевания. Вот. Поэтому я думаю, что поэтому вас не успокаивает то что говорит человек в ответ на ваши просьбы о прощении. Поэтому вас не успокаивает тот факт, что, по сути-то, вы ничего не сделали, вот. Вот именно поэтому, потому что ваши чувства, они направлены на что-то другое. Внимательно, вот, постарайтесь внимательно присмотреться к тому, в какой момент вы вспомнили ну, про это. Вот, я имею в виду про эту ситуацию. Вот. Очень внимательно постараться об этом подумать. Вот. Потому что это очень важный момент. Вас может что-то злить. Это нормально. Для человека нормально испытывать злость. На других людей, к примеру. Вот. Но то, что вы себе это запрещаете, то, что вы запрещаете себе это делать, то, что вы запрещаете себе это, там, ну, грубо говоря, как-то вот чувствовать, да, как-то вот это прочувствовать. Ну, это вот, на мой взгляд,
серьезная проблема. Потому что свободны, вы так не станете. А ваше чувство вины, вот, ну вот, о котором вы пишете, да, ваше такое самобичевание, оно не уйдет в этом смысле, пока вы не признаете, что злитесь на кого-то, может быть, даже злитесь на сестру, за что. А может быть, она до сих пор вам нравится, но вы как-то вот себе это запрещаете, да, запрещаете себе это признавать, потому что это стыдно, это плохо, это ужасно, да. И, конечно, я не как бы это сказать, я не провоцирую вас на какие-то действия, не подталкиваю. Просто проживание определенного чувства, в том числе симпатии кому-либо, очень важный момент. Человек обращает внимание на своих близких, вот, так или иначе, когда он несколько изолирован, когда он несколько депривирован социально. Вот. По-видимому, это то, что с вами происходит. То есть вот, ну опять же, по-видимому, так, вот. И вот эта вот депривация, ваша депривация, она дает о себе знать. Ну вот, в таком виде, да, в такой форме и так далее. Вы пытаетесь этого как-то избежать сейчас. Вот. Вот, пожалуй, наверное, вот в таком бы ключе вам ответил бы сейчас. Потому что вот по моему мнению, это вот такая проблематика у вас. Можно ли это решить? То есть, ну, избавиться там от, допустим, чувства вины. Да, можно. Само собой. Это не выглядит чем-то сложным. Вот. Но необходимо перестать бегать от своих чувств, от своих эмоций. Вот. Как вы это делаете сейчас? Необходимо перестать бегать от самого себя. Вот если вы чувствуете вот что-то, да, неважно, что абсолютно. Если вы вот ощущаете что-то, то это нужно, на мой взгляд, выражать. Это нужно, на мой взгляд, проявлять и проговаривать. Да, может быть, делать это имеет смысл, ну, как бы, не с теми людьми,
на которых у вас обращены чувства. Начать нужно вообще просто с исследования хотя бы. То есть чего я там по факту вообще ощущаю, да, то есть, что такое вот это. Ну, вот психологически, вот именно вот психологически, если мы говорим, да, то это похоже на два момента. Либо избегание выражения агрессивности на какой-то внешний фактор, который, ну, случился, да, произошел у вас, и вот вы как-то это вот, значит, ну, пытаетесь этого избежать и уходите в, значит, самобичевание себя, да, вот. Такой может быть момент. Либо вот что-то у вас сохранилось, то есть, ну, какая-то недовершенность с сестрой. То есть это может быть, ну, в принципе, тоже некое такое вот, какое-то, ну, негативное чувство, да, то есть совсем, ну, совсем не обязательно, что это вот, ну, позитивная такая история, однозначно. Но вот, ну, тут нужно смотреть и нужно исследовать этот момент, потому что, на мой взгляд, это вот, конечно, очень сильно и прямо на вас влияет. Ну, нужно понимать, что пока вы не увидите то, что вы получаете от этого, от того, что так себя бичуете, да, вот, пока вы не увидите этого, я думаю, что ситуация, ну, не изменится от слова никак, потому что вам нужно это, вот, довольно грустно, конечно, вот. Но вам нужно себя менять. Почему? Потому что только так вы чувствуете себя более-менее безопасно. Только так вы чувствуете себя более-менее вот какой-то такой, ну, плюс-минус приемлемой форме. Когда вам более-менее спокойно, понимаете, да? Вот это такая вот ситуация, такой вот момент. Начните таким образом с того, чтобы вспомнить, вот что в вашей жизни происходило, что вы, ну, начали об этом думать. Есть, ну, попробуйте просто увидеть этот момент. Вот вполне вероятно, что что-то вы найдете. Вот, и попробуйте, вот, опять же, посмотреть на несколько вот, скажем так, обзорно на то, как вы, в целом относитесь к своей сестре. То есть, ну,
вы говорите, что у вас там, ну, хорошие отношения, да, вы говорите, что у вас, ну, там, плюс-минус нормально, да, более-менее, ну, вот, и я вам верю, я верю в то, что это так. Но вот вопрос, конечно, заключается в том, да, что, ну, все ли так гладко, как вот вы говорите, вот, там, что, ну, по-разному бывает. И судя по большому такому вот количеству обвинений, да, вот, ну, как вы себя обвиняете, ну, я могу предположить, что не все так обычно, что многие вещи вы в себе можете ну, сдерживать. А если вы вот эти вещи, если вы какие-то вещи в себе ну, сдерживаете, вот, то будет вот как раз вот это вот основное, то есть будет краткое обвинение. Подумайте также о том, не делает ли кто-то, например, из вашего близкого окружения, да, что-то, чего вам, ну, не нравится, да, чего вам не по душе, вот. То, что вас там, грубо говоря, не устраивает, так далее. Вот, подумайте, если что-то такое есть, то опять же, задайте себе, пожалуйста, вопрос относительно того, как я на это реагирую. Буквально, как я на это реагирую. То есть, как я к этому отношусь. Да? Отношусь ли я вообще к этому как-то? То есть, ну, проявляю ли я, да, себя? Вот. Проявляю ли, выражаю ли? Вот. Или просто, там, да, терплю, да, просто там, заставляю себя мириться с этим и так далее. Вот. Это вот на эти вещи вам нужно обратить внимание, как я думаю. Вот. Только так можно решить эту проблему. Ну, то есть, проблему ваших ощущений. Проблема того, как вы себя чувствуете. Ну, думать о том, что это случайно, да, тоже не нужно. То есть, это ни в коем случае не какая-то случайная реакция. Вот, ни в коем случае. Это запрос вашей психики, вот, на какие-то вот проявления, ну, вас, ваше проявление. Вот. Ну, вы пока это вот отвергаете. Получается довольно сильно. Вот. Задача психолога помочь вам перестать это отвергать. Вот. И вот в той или иной степени помочь вам обрести ну, какую-то целостность. Вот. И все, собственно говоря, чувство вины у вас
не будет в таком объеме, вот, в каком вы его чувствуете сейчас. Вот. Но понятно, что с этим нужно работать. Это, я надеюсь, очевидно. Вот. Ну что же, на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь, пожалуйста, за помощью. Вам она пригодится. Вот, а начинать нужно с формированием обратной связи по моему ответу. Вот это позволит вам, значит, сформировать для себя базовые постулаты для психотерапии и начать над собой, в общем и целом, работу. Вот. Всего самого доброго, обращайтесь